Акварели и масло, акрил и карандаш. Разнообразие техник и жанров, стилей и направлений. И все на одну тему – зима. Вдохновение на каждом шагу. Четкие живописные линии веток на фоне снега создают минималистичные графические монохромы и становятся референсами для иллюстраций с выверенной композицией. Окрашенные закатным солнцем в мороз заснеженные ветки, множеством пастельных красок, как северное сияние, многообразие ликов зимы. Каждый себе представляет эту волшебную пору. У меня это обыкновенное новогоднее настроение. Две работы. Ну, это елка, масляные шары, масляная пастель. Она помогает быстро передать настроение. То есть такая очень быстрая техника, все выплеск эмоций просто. Ну вот в этот раз предновогоднее настроение хотелось просто передать. Поэтому это елочка, новогоднее шампанское. Как раз новогоднее настроение. Здесь и работы именитых художников. Маргарита Бодулева с ее неповторимым, узнаваемым художественным почерком. И Виктор Груша-Новицкий с его реалистичными пейзажами. И молодых перспективных авторов. Например, Владислав Фролов с его фантазиями и Владимир Марков с широкими размашистыми минималистичными линиями и удивительной точностью построения композиций и использованием пространства полотна. Все мы вдохновлялись, конечно, Новым годом, Рождеством. Придумали название, чтобы там было волшебство. И постарались передать это в своих работах. Я тоже постаралась передать вечернее гуляние, настроение его. Причем показать традиционность этого действия. Несмотря на холод и прочие неприятности зимы, люди радуются чему-то. Ну, так уж повелось. Так деды радовались, прадеды, и мы. Вот и как обязаны. Да, и это хорошо. Работа эта небольшая, она смотрится как эскиз какой-то более солидной вещи. Вот. Ну, вот надеюсь, что, несмотря на ее недостатки, вот эту атмосферу радости и праздника мне удалось передать. Иногда мы видели в Рязани такие гуляния в нашем парке. Тоже это было замечательно. Надеюсь, они будут продолжаться. Акварельные юмористические открытки, пейзажи, абстракции и реализм. Работы 22 рязанских художников в одном месте во многом характеризуют многогранность живописного сообщества нашего региона и создают новогоднее настроение. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».